Девочки, смотрите, какая посылочка мне пришла из Бонпри. Уже не терпится ее распаковать. Всем привет! Наконец-то я распаковала посылочку долгожданную с сайта Бонпри. Сначала в двух словах хочу сказать, чем приглянулся мне этот сайт. Во-первых, на сайте качественные немецкие товары по доступным ценам. Там есть одежда для всей семьи. И одежда есть и верхняя, и куртки. В общем, все-все-все. Есть товары для дома, эко-товары, аксессуары, в общем, большой-большой ассортимент. Бонпри не конкурирует с такими брендами, как LaModa и Wildberries, так как это один бренд. Они сами производят товары и уверены в качестве. В качестве уже теперь уверена и я, потому что я уже рассмотрела вещи, которые я вам сейчас покажу. В общем, первое, что я очень ждала, так как у нас похолодало на улице, у нас зима, снег пошел, а я вылезла из своих старых курток, и, ну, так как набрала вес, я теперь уже в них, в общем-то, не то что не влазю, но они мне уже просто впритык. Поэтому я заказала себе зимнюю куртку новую, осеннюю куртку новую, ну и кое-что еще. Покажу вам сначала зимнюю куртку, девочки, какая она красивая, смотрите. Я выбрала вот этот цвет, он мне прям понравился, потому что мне уже надоело, в общем-то, серую носить. Потом здесь такая отделочка очень симпатичная, курточка с капюшончиком. Здесь есть глубокие карманы на кнопочках. Вот такая подклада. Здесь есть запасные две кнопки. Если захочется просто поднять еще выше, чтобы оно под горло застегивалось, то можно будет сделать еще дополнительные кнопки. Кто-то носит как вот так вот опушку, кто-то может быть под горло. Ну, я, наверное, сделаю эти кнопочки. Девочки, на сайте немецкие размеры, но там есть табличка, которую можно просто посмотреть и выбрать размер, который вам нужен. Я ориентировалась на размер 50-52, поэтому я заказывала вещи попросторнее. Ну и я не была уверена, конечно, что эти размеры я угадала. Поэтому я уже так на всякий случай брала размеры побольше. Особенно вот эта верхняя одежда, курточки. Чтобы можно было под низ еще что-то пододеть. И чтобы это не было мне впритык. А то вдруг я еще поправлюсь. Вот. Ну, в общем, сейчас я ее померю. Посмотрите, как она на мне сидит. Курточка отличная. Здесь молнии по бокам. Можно расстегнуть. Если будет шаг для шага, ну, можно не расстегивать. На рукавах манжетики. И вот она такая, знаете, она мягкая, в то же время и как бы легкая, но и теплая. Такая вот хорошенькая курточка прям и симпатичная. Сейчас одену, посмотрите. Следующая курточка, которую вам хочу показать, это куртка на осень. Я взяла тоже ее побольше. Эта куртка еще больше размером, чем тот. Это уже ориентировалась я на 58 размер, ту на 56 размер. И вот такая курточка. Здесь куча карманов. Накладные карманы глубокие есть, на кнопочки. И нагрудные два кармана. То есть теперь можно будет мне даже положить и ключи, и телефон, и еще что-то, много всего, можно с собой даже сумку не носить. Молния здесь идет под горло, есть капюшончик. В общем, такая вот курточка. Вот такой вот крой. Тоже одену, посмотрите, как это на мне сидит.
Девочки, цены я буду писать наверху. Посмотрите цены наверху. Я сейчас так не могу сказать, не помню. Заказала еще леггинсы. Леггинсы идут в комплекте 2 штуки. Я заказала черный и серый цвет. Тоже 52-54 размер. Это чистый хлопок, 100% хлопок. И, в общем-то, я их одену, и вы посмотрите. Вот такие вот. Еще заказала, девочки, я пижамку. Вот такую пижамку, тоже размер 52-54. Вот такой вот расцветочки. Мне нравится эта расцветочка, такой вот, как бирюза, да? Ну и такой детский рисунок, мороженки. Я люблю мороженки. Вот такая футболочка. Она идет с длинным рукавчиком. Вот такие вот идут штанишки. Вверху резиночка. И еще есть веревочка. Можно затянуть. Довольно просторные, то, что я люблю как раз. И внизу они идут на резиночке. Еще, девочки, я заказала одеяло. Одеяло, оно демисезонное, но так как у меня тепло, оно мне как раз на зиму подойдет, потому что мое одеяло уже устарело. И здесь 100% полиэстер. Оно вот такое мягкое, легкое. И это на размер дивана. 140 или 150 на 2 метра, в общем, размер дивана. Тоже цену я вам покажу. Ну вот и все я вам показала. Вот такой вот небольшой обзорчик. Ссылочки все необходимые. Есть скидочка на промокод. Все эти ссылочки я оставлю в описании внизу. Заходите, выбирайте. Очень много вообще и верхней одежды. Большой ассортимент курток. Но там помимо этого еще много-много других вещей и аксессуаров. Большой-большой ассортимент и очень хорошее качество. Заходите, посмотрите. Может быть, вам что-то понравится. Вы выберете себе. И купите к Новому году. На этом я видео свое заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.